Приветствую вас, дорогие друзья, в игрушке My Friend Pedro. Это первый след от Доридии. Ну что ж, давайте поиграем. Есть обычный, высокий и безумный режим. Начнем с обычного, чтобы изучить эту игрушку. Хорошо сбалансированное испытание. Запас здоровья частично восстанавливается. Обычная скорость реакции врагов. Я согласен, в принципе, ребят. Вот, лайки, комментарии очень сильно поддерживаю. Также, если ты не подписан на канал, обязательно подпишись. Эй! Подъем! Что такое? Это банан, что ли? Что это? А это что это такое? Улыбающийся банан? Пора вставать, Соня! Я спал? Мне мерещится банан. О, боже мой. Где я? Ай-яй-яй-яй-яй. Эй! Так, спокойно. Это я, Педро, твой друг. Ты что, забыл, что ли? Мы с тобой вчера выпивали. Очень много, видимо. Так, ладно. Тебе не слабо так вырубило. Ты в порядке вообще? Нормально все у тебя? Сколько пальцев я показываю? Боже мой, мне мерещится банан. Какого черта? Какие пальцы? Неважно. Юмор. Это хорошо. Давай сваливать отсюда, где бы мы ни были. Смотреть, двигаться, прыгать. Так, понятно. Я могу смотреть, наблюдать. Окей. Могу двигаться, могу прыгать. Это хорошо, я могу прыгать, ребят, это здорово. Это замечательно. Я по коробкам прыгаю, смотрите. Тут физика прикольно работает, мне прям нравится. Вау, вау, вау. Вот, смотри. Попробуй запрыгнуть на следующую стену, на следующий этаж. Так, хорошо, хорошо. Хоп, хоп. О, нормально так. Нормально. Отлично, спасибо, благодарочка. Так, так. Так, так, вау, мне это нравится. Идем дальше. Ты глянь-ка, какой-то дурень забыл пистолет, посмотри. А вдруг его подобрал случайный псих и перестрелял всех. Это, видимо, я буду. Так, ладно, это я псих. Попробуем сбежать через вентиляцию. Так, надо выстрелить. Окей. Так. Вау, где это мы? Куда мы попали? А, мое здоровье, все, я вижу здоровье по бесконечный боеприпас. 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 Здоровье, это хорошо. Так, ладно, я музыку сделал немножечко потише. Ну, звуки оставил такими же. Так, хорошо. Вот тена! Это же мясник, посмотри на него. О, боже мой. Торговля мясом для него это прикрытие операции по транспортировке нелегального оружия. А мясо в основном крысина или голубина, или человечья, если ему кто-то не приглянулся. В общем, понятно, как мы тут оказались. Мы хотели на мясо бросить. Эй, босс! Подожди, кто босс? Это вот этот босс, что ли? Сегодня все тихо. Не надо. Не надо. Не надо отвлекать меня во время работы, болван, понял? Не отвлекай меня во время работы, никогда. Груз готов? Ну, почти готов. Раздолбай, чертовы! Я им покажу, что бывает с теми, кто решил похалтурить. Принеси немного пользы и займись тем незадачливым мешком мясом, который валяется в подвале. Я все понял. Я все понял, ребятки. Они людей едят. О, боже мой. Они сюда идут. Надо с ними разобраться. На раз, два, три. Ну все, ну держись. Так, о, у меня теперь два пистолета. Найс. А, ладно, придется их всех убить. Я согласен, кстати, прикольно. Мне нравится. Так, идем дальше. Пау, пау, пау. Слушай, а тут автонаводка, нет? Ладно, идем дальше. Тут будет другое оружие? Пошел в задницу. Отлично, найс. Так, как туда попасть? Окей, поднимаемся выше. Перезарядочка. О, боже мой, мне это нравится, ребят. Мне это нравится игра. А тут есть какие-то пасхалки, ребят, обязательно пишите. Ты воды достаточно пьешь? Как ты не очень уверенно держишься? Пошли, отведу тебя в свое тайное местечко и приведу в порядок. О, а вот здесь я нахожусь, когда ты меня не видишь. Теперь давай кое-что покажу, не шевелись. Ну ладно. О, у меня в голове банан.
Ух ты ж, нифига себе. А, он мной управляет. Видишь, когда ты фокусируешься во время, время будто замедляется. И когда фокусируешься, ты можешь делать сальто в воздухе. А ну-ка попробуй. Так, я хочу, чтобы ты сделал переворот на 360 градусов. L переключить фокус. Подожди. А, все понятно. Вау. Ну это круто. А фокус заканчивается, да? Мне это нравится. Так, ладно, с этим разобрались. Вернись к маркеру и займемся вещами покруче. А теперь сделай полный переворот в замедленном движении, расстреляя при этом бесценную вазу, которую мне подарила бабуля. Ладно, понятно. Вау. Получилось, мне кажется, да? Хорошо справились. Волшебно, последний фокус. Благодаря парному оружию ты можешь выбрать отдельно цели. Расстрелять все две вазы, разделив цели. А как разделить? Прицелиться в вазу и выберите вторую цель. Прицелиться в вторую вазу, выберите цель. Как, подожди. А, вон оно как. Прикольно, найс. Огонь, просто огонь. Ах ты злобный надзиратель задниц. Так, на чем мы там остановились? Так, понятно. А, это я как бы в мыслях своих был, да? То есть я могу абстрагироваться так. Очень прикольно, хороший навык. Нормально. Вот нужно было здесь потренироваться. Ладно, не очень получилось. Ну да ладно. Это первый уровень только, ребят. Только начало. Дальше будет, я думаю, посложнее. Слушай, ну игра, в принципе, мне понравилась. Ой-ой-ой. Успокойся. Это было немножечко опасно. Так, выходим. Как там нацелиться? Перезарядка, волшебно! Отлично, просто отлично, ребят. Мне нравится это замедление. Взяли здоровье, идем дальше. Найс. Так, куда теперь? Идем дальше. А ты точно знаешь, что делаешь? На, спокуха, все нормально, все под контролем. Эти турели устанавливаются практически самостоятельно. Берешь вот эту штуку, ставишь сюда, а потом... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Офигеть! Чуваки не справились. Похоже, тебе придется увернуться от этих пуль. Зажми левый Б и увернись. Ты можешь увернуться на ходу или во время прыжка. Ой. А как? Подожди, я же... Нажмите левый... А, все понятно. А, вон оно как. Все, я понял. Подожди, я понял. Так, прикольно. А не забывай, с помощью этого маневра ты можешь увернуться от любых выстрелов. Вот это просто найс. Мы это сделали. Мы смогли. Тут будет опасно. А, я могу кружиться и стрелять, нифига себе. Вау. Нормально так, ребятки, нормально. Идем дальше. Так. Мне понравилась игра. Я хочу какое-нибудь новое оружие испытать. Так, да, так и есть. Мы в старом городе. Тут всем заправляет Митч. Надо найти этого Митча и наказать его, проучить гада, сволочь.
А можно было с руки как-то бить? Вот мне кажется, неправильно разработчики сделали. Было бы прикольно, если бы они еще сделали варианты, как можно бить с руки, когда я рядом подхожу, да, нахожусь. Я считаю, было бы классно, да? Вы как думаете? О, мне нравится слоу-мо здесь. Пу-пу-пу-пу-пу. Замечательно. Да что ты делаешь? Боже мой, успокойся. Узбогойся уже. Вау! Нифига себе! Ха-ха-ха! Слушай, а я крутой паркурщик. Да, я по-любому бывший паркурщик. Вау. А, мне засчитывают всякие очки, да, то, что я в воздухе там кого-то убиваю еще. Понятно. Окей. Это было легко. Сдохни. Ну, движемся дальше. О, что такое? Вот! Слушай, мне прям мои мысли читают. Вон, ногой тоже можно бить, я не знал. И нужно не забывать перезаряжаться. А, ну как вам? Такой раскладик. Слушай, а игра прикольная. Движемся дальше. Хо-хо! Так, так я и не проберусь. Надо через верх, окей. Фу, нифига себе. Очень круто сделали. Прям здорово. Что такое? А, это здоровье. Просто по двум. Найс. А у них что-то есть? Вроде ничего нету. Уровень пройден. Итоговый рейтинг. Маловато, могли бы больше. Убийство 21 из 21. Бонус 10 тысяч. Бонус времени, игровой счет. Бонус бессмертий. В общем, неплохо, да? Сегодня не фортан. Можно было лучше сыграть, да? Окей. Продолжить, начать заново. Давайте продолжим пока что, ребят. Если что, я думаю, мы с вами в более сложный режим еще поиграем. Так, быстрее всего из старого города можно выбраться через элитный ресторан Митча на другом конце этой индустриальной зоны. Ладно, понятно. Это легко было. Самое главное не забывать перезаряжаться. Я ступил, немножко ступанул. Отлично. А, он за стеной только, да? Ладно, наверх. Да сдохни ты уже. Ты что делаешь, другой? Я не понимаю, что он делал, почему он его не бил-то? Я не мог никак повернуться. Наверное, я просто ступанул. Так, да угомонись, хватит слоумо просто так бесполезно использовать. Я думаю, я смогу его убить. А нет, не смогу, ладно. Окей. А, надо быстро проскочить. Так, он сейчас откроет дверь. Не открыл. Найс. Так, тут надо пробежать через верх. Так, вот мы сейчас отсюда выходим, да?
И просто бежим. Ну окей, я тут так запрыгну. Бау! Все, что ли, прошли? Коротенький уровень был. Я понимаю, я не на отлично справляюсь. Но, по крайней мере, убиваю... Убиваю быстро. Тут нужно... Ну, в смысле, убиваю всех. Нужно быстро проходить, ребят. Чтобы больше дали очков. Я готов. А, раньше старый город был невероятно культурным местом, а потом сюда перебрался Митч Мясник. А, вот как-то в этом и заглядывал на потрясный рейд вечеринки. В этом доме. Какая ностальгия. А, это он заглядывал. Окей. Нифига себе, я прыгаю. Да сдохни ты уже. Так, как тут добраться? Надо быстро просто. Нормально. Да просто я хочу всех убить. Бауч. Нормально так. Сдохни. Подожди, а как я поднимусь? А, подожди, нет. Я могу под низом... Да, могу. Я случайно нажимаю. Держимся дальше. О-о-о! Мне нравится это. Так, я прицелился по двум. О-о-о! Макс Пейн отдыхает, да? Слушай, а дальше становится все сложнее и сложнее. А, чтобы увернуться от пули. Так, все понимаю. Смотри сюда. Отлично. У меня уже не так много здоровья. Подожди, а я могу к тем вернуться? Может, мне до ниже было? Или тут два варианта пути? Ну, сейчас посмотрим. Да, кажется, нам теперь нас вниз надо. Окей. Да, сдохни ты уже. Нужно было здоровье обязательно. Та-дан, та-да-та-да-дан-тан-тан. Та-да-да-да-да-дан-тан-тан. Слушай, у меня не так много, здоровья. Так, значит, вы так, да, хотите? Нифига себе, вот это самое сложное было. Они когда-нибудь закончатся вообще? Ого, нифига себе, X10. Так, все, хватит. Я хочу, знаете, что попробовать? Ну, во-первых, здесь здоровье. Могу ли я наверх забраться?
Нет, не могу, ладно, пофиг. Спускаемся ниже. Слушай, ну оказывается игра сложная, да, нелегкая. Поначалу кажется, что легко, а на самом деле там... А, значит, 39 из 39, я, значит, всех убил. Я думал, не всех. Браво, Б! Вот сейчас нормально сыграли прям, очень хорошо. Давайте последний уровень пройдем, и на сегодня будет хватит. Также мы должны быть совсем рядом с элитным рестораном Митча. Продолжайте прямо, не пропустишь. Окей. УЗИ! Слушай, новое оружие, УЗИ! А как менять? Вот, я могу менять. А, УЗИ не бесконечные патроны. Мне нравится это. Я смогу потом патроны как-то получать? Сколько там? 118 еще. Да сдохни ты, блин! Так, окей. Ху-ху. Правда, ничего не понятно? Мы это сделали. Так, патрошки. Но я постоянно запас пополняю. Так, а наверх не смогу залезть? Бочка! Упала. Прикольно. Нет, не взял, к сожалению. Слушай, я знаю, как мы сделаем. Так, можем катить бочку. По-любому... Ой-ой, сейчас задавит. Задавил? А, нет. Иди сюда. Блин, он постоянно замедляется, когда надо и когда не надо. Да хватит. Вау, немножко не достали, блин. Надо поближе подходить. Окей, X5. Вау. Да сдохни ты уже. Отлично. Ну рад, что у меня новое оружие, это УЗИ. Так, тихо. А как мне слазить? А я не могу здесь. Отлично. А тут я ничего не могу сделать. А почему, интересно? А почему я их не могу убить? А, я знаю, как я их убью. Через низ. Сейчас очень опасно. Нормально. Да сдохни ты уже. Окей. Фу, у меня одно деление, ребят, это очень плохо. Так, ну неплохо, по-моему. Патронов 208.
А, я могу на бочке передвигаться. Так, найс. По крайней мере, здоровья немножечко побольше уже. Ну все, ребят, мы прошли этот уровень. Уровень пройден, давайте посмотрим на результаты. Плохие, да, результаты, я согласен. Зато мы всех убили. Ладно. Фу, слушай, ну игра мне понравилась, хочется продолжать. С вами был канал Дариди, ставьте лайк, пишите комментарии. А вообще, возможно, там тогда надо было повернуть налево. А, ладно, наслаждайся видами. В общем, таки, увидимся в новых сериях, всем до скорого, пока-пока. Игра просто супер, найс, игра на компьютере, игра доступна в Стиме, можно купить. Вот, ну, увидимся.